на картине нарисована река. Или ель, и белый ель, и лесок, и облака. Или снежная равнина, или поле, и шалаш. Обязательно картина называется пейзаж. Если видишь на картине чашку кофе на столе, или морс в большом графине, или розу в хрустале, или бронзовую вазу, или грушу, или торт, или все предметы сразу, знай, что это натюрморт. Принц в плаще старинном,